Сделать кораблик из газеты или тетрадной странички – это одно. Сделать корабль с килем, стрингерами и шпангоутами – это совсем другое. Желающих мастерить именно такой флот из картона и скотча с камышовыми стеблями вместо тех самых стрингеров с палубами и вантами привечали их на импровизированных верфях на берегу озера «Светлая жизнь» на базе яхт-клуба спортивной школы Олимпийского резерва номер 10. Это выездной урок школы юного архитектора. Она создана при ОГУ имени Тургенева 3 года назад. И обычно ее уроки проходят в университетском здании на Московской, 77. В школе учатся дети от 6 до 16. Здесь их учат в первую очередь думать, в том числе нестандартно. Совсем не обязательно, чтобы каждый выпускник становился инженером или архитектором. Но обязательно для них расширение кругозора и знакомство с творческим процессом. Преподаватели с кафедры архитектура плюс практикующие архитекторы и дизайнеры. А руководит всем доцент, художник и дизайнер Сергей Диденко. Мы работаем с разными материалами. То есть вот мы работаем как с глиной, с речкой, с картоном. Мы работали в этом году с пенобетоном, с камнем. Здесь же, на «Светлой жизни», они работают с бумагой. А почему кораблики? А потому что этот «Plan Air» рядом с парусами и лишь фрагмент в программе очередных георгиевских сборов. Это такие разнотематические курсы для молодежи, придуманные и проводимые из года в год молодежным братством Святого Георгия Победоносца, Орловской Федерации парусного спорта, Центром боевых искусств имени Ермолова и другими орловскими общественниками и инициативниками в программе сборов. И такой вот урок для всех желающих. Полундра! Чуть не забыли. Кораблики можно делать даже у вас во дворе. Зовите. Главные бумагокорабелы откликнутся с удовольствием. А на воду спустите сюда, пусть даже в собственной ванной. Ведь главное на этих уроках не 7 футов под килем, а творчество. Сергей Быковский, телеканал «Первый областной».